Итак, запись включена на своем канале. Всем добрый день, доброго времени суток. Сегодня на своем канале я решил тоже обозревать еще один вариант пикапа из ЗИЛа-130, построенного ребятами из Чечни. Этот пикап получился, на мой взгляд, одним из самых красивейших пикапов, которые только были построены в России. Он так удачно и так красиво построен и сделан, что он очень смотрится гармонично. И он очень красиво покрашен. И он очень сильно напоминает. Не всем это понравится, но я так считаю, что это правильно. Он напоминает именно Америку. Он напоминает американские пикапы Ford F-100 56-го примерно года. Я здесь дам фотографию. Они ему занизили крышу, они его покрасили в металлик, они ему поставили красивые разноширокие диски, как раз по хот-родерской моде, с большими полками, не толщиной, как велосипеда, не лента, не изолента, не огромные там 30 дюймов, 20 дюймов радиуса диска, как ставят афроамериканцы, будем вежливо их называть, на свои хаммеры и прочие автомобили. Они сделали все канонично, все как положено, по канонам моды тех годов и в то же время по канонам моды хот-родов. С таким пикапом можно смело выезжать на выставку SEMA в Лас-Вегасе. Это выставка хот-родов, тюнингов, джипов, пикапов, любых тюнингов, грузовиков, любых тюнингов машин, лоурайдеров и прочих интересных тюнинговых течений. Хочу конкретно сказать про этот пикап. Когда я прочитал, я просто обалдел от того, как они классно его сделали. Всего лишь автосервис в Чечне готов делать тюнинг любой очень интересный. Поскольку они ему занизили крышу, они пока не решили проблему со стеклами. Но стекла в России можно сделать заказные. Вот, поэтому это в принципе будет не проблема. Когда они это сделают, у них все получится. Вот, пикап получился очень управляемый, очень крутой, очень мощный. Пикап сделан. Да что говорить, сделан. Ребята просто взяли старый 220-й кузов Мерседеса, немножко его распилили, допилили, отпилили у него все лишнее и приварили просто все, что нужное. И получили такой пикап из ЗИЛа-130 с первой, кстати, мордой зиловской, которая мне очень нравится. Первая морда ЗИЛа, где фары основные наверху и поворотники под ними. Это самый красивый был ЗИЛ-130. Я их за свою жизнь видел очень мало. Я их, честно говоря, не застал практически и видел лишь чаще всего в жизни видел вторую вариацию, такой, как у Зила Академика, такой же мордой. Также был еще пикап здесь сделан в Подмосковье, на базе Ford Econoline, V6 там стоит, оранжевого цвета. Такой есть великий конструктор и самодельщик доктор Броман. Но я считаю, ребята из Чечни сделали красивей. Пусть не обижаются на меня никто. Этот пикап я реально считаю самым красивым. Красивее этого ЗИЛа Академика, который непонятно ни к селу, ни к городу сделан. Ну, для шоу он сделан, в общем. Этот же пикап сделан именно по законам стиля и красоты. Как, несмотря на то, что он сделан на базе Мерседеса. Кстати, от Мерседеса он унаследовал мощный двигатель 5 литров, V8, 113 мотор, коробку передач и хорошее шасси, которое не даст ему нигде перевернуться, его нигде не занесет, там есть все системы. Такого в Америке не делают. В Америке делают задний мост на рессорах, и все дебильно и просто. В основном. Там редко такое делают, как делают у нас. А у нас делают ребята из Чечни, делают правильно, по законам, чтобы машина хорошо ехала, мощная была, управлялась и выглядела отлично. Все, спасибо на этом. Всем добра, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока в новом 2019 году. Хотел еще добавить про диски этого пикапа. Диски разноширокие, очень интересные. Выглядят они правильно. Они выглядят и в стиле пикапа подходят, и в стиле Мерседеса, на базе которого этот пикап сделан. Они пятилучевые, с большими полками. Это красивые штамповки, возможно, это разварки. Но выглядят они просто бомбически, сногсшибательно. Именно размер резины, все сделано так, как надо. Не вот по законам там каких-то новомодных течений и всяких там негритянских машин, но новых, которых там гигантские колеса ставят на узкой резине. А сделано вот четко, как надо, в точку. Это мое такое мнение. Вот мне эти диски напоминают опелевские диски, штамповки. У них есть такие пятилучевые с небольшими полками. Но эти похожи точно, я, честно говоря, я не знаю, какие там диски. Но то, что это Mercedes S-класса, это очень круто.
он едет хорошо, и мягкий, и его не занесет, и для дорог самое то. Для комфортного передвижения куда угодно, на дальняк, на ближняк. Единственное, конечно, он не такой дико мощный, как этот ЗИЛ Академика, например, у которого там BMW X5 в основе лежит. Но мощность его 300 там с чем-то сил хватит, чтобы нормально ездить, быстро, мощно. И любому, в принципе, задницу надрать можно будет. Ну вот, всем всего хорошего. Смотрите мой канал. Этот ЗИЛ пикап разорвет всех. Не буду говорить на что.